Всем большой привет! Сегодня будем красить пасхальные яйца в необычный шоколадный цвет с помощью натурального красителя. Чтобы не пропускать новые рецепты и кулинарные советы, лайкните это видео и подпишитесь на канал. В небольшую кастрюлю высыпаем 50 граммов сухих ягод черной бузины, наливаем 700 миллилитров воды комнатной температуры, накрываем кастрюлю крышкой и отправляем на плиту. Ждем, пока бузина закипит, убавляем огонь и варим ягоды до мягкости, примерно полчаса. Вначале будет много пены, поэтому кастрюлю плотно не закрываем. Когда бузина немного уварится, крышку ставим на место, чтобы сохранить побольше жидкости. Через 20-30 минут пробуем проткнуть ягоды зубочисткой. Если она входит легко, значит можно приступать к окрашиванию яиц. Чтобы из бузины выделилось как можно больше красящего вещества, на этом этапе ее необходимо дополнительно помять. Дальше в готовый отвар добавляем 1 столовую ложку соли, 50 мл 9% уксуса и закладываем чисто вымытые белые яйца. Если жидкости в кастрюле оказалось маловато, подливаем горячую воду. В итоге яйца должны быть полностью покрыты отваром. Доводим содержимое кастрюли до повторного закипания и варим яйца 20 минут. Время от времени их переворачиваем, чтобы яйца окрасились равномерно со всех сторон. Через 20 минут достаем яйца из кастрюли . Промываем их холодной водой . Выкладываем на бумажную салфетку и даем полностью высохнуть. Пока яйца горячие, краска на них неустойчива, поэтому на поверхности остаются любые царапины. Но как только яйца остынут, цвет надежно фиксируется. А благодаря случайным царапинам на яйцах получается красивый мраморный рисунок. Для придания блеска протираем яйца ватным диском, смоченным в подсолнечном масле. Вот и все. Необычные пасхальные яйца шоколадного цвета готовы. Если вам понравился мой способ окрашивания яиц, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.